В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 12-17, в горах до плюс 11. А днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 27-29 градусов тепла. Гость нашей студии уже много лет занимается благотворительной деятельностью. Помимо того, что Рада Байчурова возглавляет фонд «Благие дела 09», сейчас она стала председателем общественного фонда Зеленчукского района. О том, какой наградой Рада Муратовна недавно удостоилась и какие первоочередные задачи они решают в совете. Слово моей соведущей Бэйли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Рада. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас информационный повод очень хороший. Совершенно недавно вам вручили медаль. Насколько я знаю, медаль вручили Совет ветеранов МВД по Карачаево-Черкесии. Это было ожидаемо для вас? Вы вроде в другой сфере работаете. Доброе утро, Белла. Спасибо, что пригласили. Нет, я этого вообще не ожидала. Меня просто пригласили. Я пришла, а там вручают всем грамоты и мне вот эту медаль за помощь в продвижении ветеранского движения. Угу. Было приятно. Благие дела также делают благие дела сейчас, я знаю. Чем сейчас живете? Ну, у нас все по-прежнему. Занимаемся тем, чем занимались. Наши бездомные на первом месте, ветераны всех войн тоже. Спонсора как не было, так и нет до сих пор. Вот буквально вчера мы отвозили одного бездомного с нашей республики опять в приют. Завтра у нас опять в приют, но уже в Армавир второго бездомного с больницы забираем, отвозим. Рада, скажите, у нас так и нет, да, приютов для бездомных в Карачаево-Черкесии? Пока нет, пока нет. Пытаемся, стучимся во все двери, но пока еще нет. Я сказала, что у нас спонсора как не было, так и нет. Но у нас есть женщина, девушка, которая нам очень сильно помогает. Она заведует аптеками. У нее есть гостиничные номера в поселке Архыз. Зовут ее Шидакова Ася. И вот даже когда у нас появляются какие-то проблемы, или парень с СВО, но ему нужен свежий воздух, ему нужен отдых, мы просим ее, она дает нам одну комнату для этого человека. И он там отдыхает. Гостевые домики называются «Айя София». Вот огромная благодарность нашей Шидаковой Асе за всю ее помощь в наших благих делах. Насколько я знаю, с марта месяца вы возглавляете общественный совет Зеленчукского района. Председателем являетесь. Какие у вас первоочередные задачи перед вами стоят? Чем занимаетесь? Вот конкретно какая работа проводится вами сейчас? Ну да, в марте месяце меня избрали на место председателя общественного совета по району Зеленчукскому. Мы чем занимаемся? Мы посредники между людьми и администрацией. Если люди не могут достучаться до администрации, наша задача достучаться. Ну, в основном это такие моменты, когда люди просто не знают, как правильно подойти к этому вопросу. Куда обратиться? Да, поэтому они не могут достучаться. Любая администрация нашего района идет всем навстречу. Еще не было такого момента, когда мы приняли бы заявление именно в письменном виде. Не было. Люди приходят, начинают жаловаться, звонишь главе того или иного поселения и спрашиваешь, ну вот вопрос у человека. Там же на месте же сразу этот вопрос решаете. На месте же этот вопрос решается. Просто они не знали, как подойти к этому вопросу. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Пусть ваши благие дела процветают. Спасибо вам.
Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программа «Черкесская редакция» в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкёзовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.